Всем привет! Продолжаем. Глава 6. Мост. Это мост будет всю главу? Главное достать где-нибудь оружие сначала. Через вагон. О! Что у нас? А! Я-то думал, здесь оружие лежит. Будем драться в виолончели. Что опять? We are not alone down here. Да, это мы уже поняли. Видимо, Харлан тоже здесь. Все-таки гитара. Не виолончель. Ну ладно. Черт их знает. Футляры. Так, что мы будем одними гранатами работать? Сейчас мы у кого-нибудь заберем оружие. Их благополучие нас нисколько не волнует. Спасибо. Воу! Надеюсь, он успел умереть, пока его не сожрали. Так, а вообще, что это такое? Что за существо-то? Так, ну вообще-то, по идее, я его убил, но... This is Whiskey Squad. We're on the bridge above you. Anyone down there? Respond. Видимо, тут не предполагается, что он будет неживой. Так, что это я? Так. Да что, прыгать надо, что ли?
No. Так, не тряситесь, то я ничего не вижу. Так, мне как-то неуютно с этим пистолетом. Что это было? Отлично. Так, ну дробовик-то я не хочу. Так, что за... Я еще не успела оружие взять, чтобы музыку менять. Вот это определенно надо взять. Хо-хо-хо! Так. Теперь. Так, а чем мне все-таки плавно было вниз? Зачем мне вниз? Может опять туда же приходим? Или прыгать?
Наверное, да. Ой, как меня шатает. Уф. Да. Нет. Так, ну тут я явно свалю. А, ну может нам... Ну да, нам не надо свалить. Надо медленно свалить. Господи. Кошмар. О, а я ищу тебя. Так, полагаю, это те же самые снорки, абоминейшн. Супер солдат. Так, пожалуй, дробовик-то, конечно, был бы неплох. Да вы чё? You appear to have poked the anthill with a stick. Всем-то мне мало. Как полная граната. Да вы чё? Так, ну и ничего, у меня уже 12 осталось. Ой-ой-ой. Да хватит со мной лезть.
Так. Да. Черт, я даже не знаю, что тут делать. You appear to have poked the anthill with a stick. Ну и прицепился. Да блин. Ну что такое? Опять то же самое. Ну. Потыкайся. Ха, так даже здесь было. Он тоже меняется у меня положение. Где второй-то? You appear to have poked the anthill with a stick. По-двоему. Да. Там сидел. Да, как-то. А
еще бегу. Что бесполезно. Ну хватит уже. Что еще что ли? Если я спрыгну, я смогу обратно залезть? О-о-о-о! Так, можно, конечно, сбегать с дополнительными патронами. Ты чё? Так и нечестно вообще? Я для чего сюда хожу? Для того, чтобы тратить, что ли, патроны? Да, встань ты, а! Да уж, эти абоминейшены тут как нельзя. Очень опасно. Я более опасно, чем в прошлых. О, надо же, двух раз. Как это? Так, можно сохранение уже, чтобы я потом уже все заново не проходила? Хватит музыкой пугать. Куда иди-то? Так как пути нет, явно вот это сейчас как откроется и оттуда как выскочат. Ну ладно, не выскочили. Пока что. О, сохранение! Что-то подозрительная тишина. Полный. Что-то мало в нем. Ну, главное, мы куклу нашли. Так, снова наверх. Там по-любому опять Армахем. Боже мой. Все, я свалилась. Ну почему? Да вы что? Я вас звал сюда, нет? Кошмар, я не хочу опять с этим фазовым
лейтенантом или кто бы он там ни был. Ну ладно, что, сохранение было. Можно погулять. В принципе, это что такое? Не понимаю. Что это было? Так, ну ладно, я буду просто в тебя. Патронов не утратить. Так, ну так-то у меня, конечно, не так много патронов. Так, еще же один был. Нет? Ну и ладно. Так. Я хочу взять вот этого. Но мне жаль это. Потому что чувствую, мы еще пойдем. Через вагон. Блин, ее так много. Даже дверь не закрывает. Еще один, что ли? Да вы издеваетесь? Что это? Так. Они могут прийти? Так. А я не могу. Так, кто там у вас лазера?
Точно, еще один день. Так что реагировать на этих не стоит. Где еще один? Нет, не один. Come on. Can't get eyes on him. Fuck, it's everywhere. Frank, out! I can use some support here. Так, ну вроде все. Прекрасно. Здесь у них хорошие винтовки. Не обязательно. Конечно же, я захвачу бронеботы. Ну, если я там... Легко сделать. В смысле, если... О, лазерка. Если больше ничего не нужно. Так, ну чё, все что ли без винтовок были? Ты чё? Мне нужна чёртова винтовка. Так, подождите, тут ничего больше. В общем, винтовки моей нету, Тим. Так. Ну. Navigation and weapon systems online. Safety protocols disengaged. You are now clear to engage all hostile targets. Ага, только несколько секунд здесь. Ладно. Так. Ну ладно, это да. А как? Как ракеты? Еще один. Так, смотри, как ракеты пускай. Угу. Понятненько.
Так. Ну. Вот так выглядит все внутри, как будто можно зайти. Что это? Ну, издеваюсь. Ого, класс. О, нет. Я не вовремя. Ничего. Щитки. Это куда это улетел? Кто сбежал? Там, наверное, была очистка на него. Так, а ты когда щит, я не могу включить, ладно. Ну, конечно. А, отлично.
И кого оно породит после такого? Приход Антихриста. Хорошо сохранение сейчас. Так, кто тут? Да ну не связайся. Как мне стрелять, если я... А и что мне делать? Я вовремя сняла про сохранение. Теперь мне нам понадобится. Не ремонтируют, это просто. Один-то есть, ладно. А второй... 20%. А, вроде не починилось. Не знаю как, но... Где он? Ну что, свалётся? Ну, видимо, да. Получил критический урон. Несовместимый с дальнейшим функционированием. Command 4-8, target is still active. Requesting heavy armor support.
Да вы достаете с ними бронеботами. Так, пойди собрать все. По полной. Вот достали. Лень им было разные внутренние места делать, чтобы их показать. Fuck, it's everywhere! Ой. Where the fuck did it go? Eyes on target. Ой, как я не хочу. Так корабли-то там? Как это за ракетами упали? Что такое? Enhanced power armor support is now on station. Rolling armor package Yankee. Authorization George. Uniform and time 15:02 hours. 3-7 inbound. Clear the LC. Moving! Set up the blocking positions! We've got incoming! Тут тоже есть? Что такое? Ха-ха-ха!
Слушай, блин, почему мы друг под другу ракетами попадаем? О, даже не слышно за всем этим. Так, мне интересно, что ты-то вообще хочешь от этого всего. Как это 10 золотых? Я за все это время 20 человек не убила? Чего вы врете? Или надо за раз? А где он возьму за раз? Мы поехали дальше. Интересно, не понадобится ли мне потом вдруг ракетник? Прекрасен. О, как я его люблю. Так, ну, не сильно дольше. Это все из-за того, тех переигрываний с этими абоминейшенами. Маловато. Что? После трюка с плащом? Что это вообще? Какого трюка с плащом? Почему 4 из 10?
find out what he knows. She's out. Chopper Victor 1-1 to command. I can't keep this bird airborne with all these disturbances in the sky. Request permission to command! She's out of control! I can barely hold her! Ну что ж, на этом на сегодня все. Благодарю за просмотр. Всем счастливо. Продолжение следует.